Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Ну и вначале цитата в виде картинки. Ну и теперь, с вашего позволения, давайте начнем. Если нет искушения, не может быть и добродетели. Говорить человеку правду о его браке — самоубийство. Думаю, я лучше посижу и посмотрю, хватит ли у тебя духу хладнокровно меня зарезать. Поведение подлеца предсказать можно, но ты человек чести. Это меня пугает. Если браку суждено длиться долго, а ваш вполне вероятно очень долго продлится, тогда и отпуска должны быть долгими. Герои всегда сидят за первым столом. Это их право. А приходят и уходят они, когда им заблагорассудится. Это тоже их право. Я лично взял для себя за правило давать своей жене время отдохнуть от меня. Как только лицо ее становится слишком примелькавшимся. Ибо мое лицо должно еще больше надоесть ей, при моей-то внешности. Еще в армии я понял, что жить вовсе без секса лучше, чем на голодном пайке. Мы не хотим, чтобы делали лучше. Надо, чтобы делали по-нашему. Нет ничего опаснее для новых истин, чем старое заблуждение. Гёте. Русские так долго боролись за права негров, что наконец-то их получили. Я глубоко уважаю институт брака. А поэтому всегда считал, что каждая женщина должна быть замужем, а каждый мужчина оставаться холостяком. Женщина посвящает себя Богу, когда дьявол больше не желает иметь с ними дело. Если женщина тебя ненавидит, то значит она тебя любила, любит или будет любить. В политике чистые руки – редкость. Горячее сердце – роскошь, а холодная голова только после контрольного выстрела. Мужик, ты давай или вешайся, или освобождай табуретку. Конный гвардеец ржал из солидарности. Церковь поставила Божий промысел на попа. Является ли свободой осознанная необходимость пойти в рабство? Наша цель – коммунизм, поэтому стрелять надо метко. Московский метрополитен приглашает на работу опытного чабана для управления пассажиропотоком в часы пик. Ну и финальный анекдот. Покупатель, какие у вас ужасные цены. Продавец, это еще по-божески. А так хотелось бы, чтобы по-человечески. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.